décimo oitavo hall. Что, давай цекать. А цекинг. Thank you.
tenho uma certeza de que está a ficar a dar uma de 10% da cidade. Eu tenho que arranjar o lado de mim, da rua, Давай эту скорость наберем, потом второй раз. Потом сейчас. Да, сейчас. Поехали еще раз.
когда соленые, это уже, знаете, удивительно. Причем очень соленые. Дыкай назад полезу, здесь недостаточно ветра для этого. Да, вот приготовь. Не, готов. Я снова. Ага. Это еще хорошо пошло. Ой, дворничек пришел. Да. У тебя максимальная скорость GPS покажет? Да, в принципе показывает, но я не знаю, когда я там последний раз выбрасывал. Я думаю, 15. Я там это забыл сбросить. Не знаю, что-то там 14 узлов такой. Сколько? 14. Ну видишь? Ну неплохо. 14 узлов, то есть где-то 18 сейчас. Ну знаешь, я вот когда почему. Можешь себе представить, что в этом виде я там где-то 16 узлов шел и пучкольно. То есть еще быстрее шел и это пучкольно. Вот на том виде. Это вообще круто, взрыв там ветер. Да, но он нас просто катапультировал там, да. Это вообще страшная вещь была. То есть там на этом на Кобе 16, знаешь, там вообще вот ничего не сделаешь. Он типа вот все было нормально, он просто нырнул и пошел, и да. Все. А на... я на нем... Ну что, вы понять? Не, обычно на пляж там затягивают все эти глотки.
таким же образом, как мы с тобой делали в четверг. Ты одну отпускаешь, другую затягиваешь. Там только когда ты этот стейкинг делаешь, то нужно подождать, чтобы парус помогает лодке проворачивать. Значит, втроем вот было полностью нормально. Если бы мы здесь вдвоем были бы, это был бы какой-то взрыв.